приятным делом. Вот вижу бугорки. Вот приятный сюрприз у нас. Рыжик. В такое время года его очень трудно встретить. Хороший, молоденький рыжик. Вот, аккуратно разгребаю дальше. Возможно, будет еще какой-нибудь сюрприз. Вот. У нас еще одна рядовочка. Значит, грибочек очень хорош после трехдневного вымачивания в соли. Значит, когда мы его вымачиваем, то пластинки, которые набиты песком, полностью очищаются. Вот. И чем она хороша? Она за три дня вымачивания в соли, когда меняем воду утром и вечером, весь песок из пластинок уходит. Значит, если рыжики не надо вымачивать, то это надо. А потом три раза отвариваем в соленой воде. После этого ее можно жарить, мариновать. Особенно хороша она соленая. Конечно, чуть-чуть похуже груздей, но у нас это вообще великолепно. Вообще сейчас грибы идут самые разные. Вот, например, мышата. Тоже рядовка землисто-серая. Но тоже хороша, только очень хрупкая. Видите, как ножка у нее раздвигается, ломается. Поэтому ее обрезают под самую шляпку. И одновременно сейчас можно встретить еще и мокруху. Такой интересный гриб. По вкусовым качествам тоже очень вкусный. Поэтому вот такой набор мы сегодня кладем в корзинку. Но еще раз возвращаясь к рядовке. Как ее узнать? Во-первых, растет она кучами. Раскопаешь бугорочек, а там ее видимо-невидимо. Значит, но, конечно, сверху ее немножко видно. Но когда лес перерыт уже, как сейчас, все были в поисках рыжика, конечно, приходится и ходить, и присматриваться. Но нарезать себе корзиночку вполне можно всякой всячины. Он такой интересный. Рядовку очень рекомендую. Ее мало кто собирает, поэтому в лесах ее много. Если ее лизнуть, то привкус горечи останется на языке очень-очень долго. Спасибо за внимание.